Добрый день. Наше пребывание на территории Западно-Казахстанской области продиктовано приглашением Управления молодежной политики вот, области, приглашением ассоциации «Болашак», которая сейчас активно по всей стране позиционирует умение молодежи участвовать в различных проектах, умение молодежи двигаться по карьерному росту, правильное понимание себя на государственной службе и вообще в развитии нашей страны. Само по себе посещение вашей области было для нас не новым. Мы буквально недавно закончили в Зеринде по линии молодежной политики, также вот приглашались тюркоязычные страны, где уже пилот был запущен. И сегодня мы со слушателями, молодыми государственными слушателями, политическими слушателями озвучивали третью главу государства «Модернизация общественного сознания», где основной упор на наших слушаниях было оценка или управление ценностями. Для того, чтобы управлять кем-то, как говорил Публисир, безумен тот, кто, не умея управлять собой, желает управлять другими. Для нас это является одним из ключевых. Желать кем-то рулить, как-то двигаться, как-то себя позиционировать с высокой должностной трибуны – это хорошее желание. Но для этого нужно расти, для этого нужно уметь правильно оценивать себя в обществе, для этого нужно уметь правильно руководствоваться ценностями, ценностью семьи, ценностью себя как личности и ценностью своего государства.